Всем зрителям доброе утро. Сегодня будем монтировать теплицу Легенда шириной 2, длиной 1,7 метра на трех рядах бруса. Тут уже стоит одна Легенда Метлайдер. Все с ней хорошо, клиенту понравилось. Будем делать мини-легенду рядышком. Каркас мы поставили, закрепили, сделали пропил под брус, обшили стены поликом. Надо их сейчас одеть, профиль закрутить. И все, перейдем к покрытию крыши, двери, форточки. Теплица тут у нас Легенда комби, половина стекло, половина полика. Оборудовано, помидоры назревают уже. Размер у нее был 5 на 3,70, что ли. Точно такого же цвета и примерно похожей формы, чтобы гармонировали теплицы между собой. Закончили монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу Легенда 2 метра шириной, 1,7 длиной. Смотрим дверь с форточкой. С одного торца форточка торцевая, с другой стороны открывается снизу вверх. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40 на 40, столбы 20 на 40, арки. Закреплено все на брус, брусу 3 ряда. Пропитан антисептиком и выкрашен в цвет палисандр. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотности, торцы защищены торцевым профилем. Имеется форточный блок тоже на термоприводах. Также есть диагональные усилители для большей жесткости конструкции. Теперь у клиента на участке уже два наших изделия. Небольшая Легенда и Легенда Метлайдер. А мне на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.